полезную информацию. Я, вот, например, плачу за курсы по вокалу, и я понимаю, что это действительно человек, который с огромным опытом и делится с аудиторией. И вы можете вбить в гугле, там будет статья, все будет то же самое написано. Ну, в общем, ну, такие элементарные, знаете, как мыть посуду. Вот тебе продукты, ты должен еще за это деньги заплатить. Действительно, информация стоит своих денег. А на самом деле сейчас очень много блогеров пытаются из воздуха сделать такой сногсшибательный инфопродукт, который по-любому вам нужен. Но эту информацию... на самом деле хочу объяснить ту историю, потому что вы сейчас все перекрутите, и на самом деле я не то хотела донести. Я за полезную информацию, за полезные инфопродукты. Я готова платить за это деньги, но как... Просто недолго думая, я решила куда-то поехать. На ночь глядя, смотрите на мой лучок. Как вам? Круто? Офигенно. Когда садишься в машину, включаешь радио, и тут такая песенка. Там мало мене небо могортало. На ночь глядя, мы поехали в Макдак. Ха-ха. Уже все съели, хотела вам сфоткать, но было сильно вкусно, поэтому я не успела. I like you, I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's link, can't do what I do. I can beat it up with no hands. Teach you like you monarchy. We can slide out, touch bands. Come on, let's link, can't do what I do. I can beat it up with no hands. Come on, we ain't. Come on, we ain't. Фрэнк дома? Фрэнк! А ты кто? Фрэнсис. Сестра Фрэнка. Погоди, я тебя помню, я тебя узнал. Ты тогда поменьше была, а теперь выросла. Да, бывает. Что ешь? Конфету. Это же лимонная карамель с фруктовой начинкой. Дашь попробовать? Бери. Спасибо. А ты попала ко мне в сторис или нет? Привет. Так, сюда не придется поставить рабочее. Брала свой багаж, рюкзак и бегу. В IT-академию. Кстати, сегодня очень важное занятие в IT-академии, так как курс фотошопа я уже прошла. И сегодня начнутся именно занятия, которые связанные со специальностью UX, UI-дизайн. Поэтому сегодня меня ждет очень насыщенный день. Только что были онлайн-пары. Сейчас я бегу на маникюрчик, педикюрчик. Нужно уже поменять цвет. А потом на спорт. А потом вечером я еду... Большую ошибку. Потому что я не хочу их теперь снимать. Вообще! Вы просили больше сториз. Поэтому терпите. Вчера я купила две самые классные, просто супер мягкие, супер теплые, супер вообще приятные, супер идеальные пижамки и поняла, что я сделала самую... Ребята, я со вчерашнего вечера без телефона. Сегодня проснулась, поехала в разные сервисы. Мне сказали, что все, капец, короче.
Мне нужно его перепрошивать, и если я все-таки буду это делать, то у меня удалится полностью вся информация, все обидно, и за фотопленку тоже. Потому что у меня там было 20 тысяч воспоминаний. Сейчас пойду выкину мусор и куплю хлеб. Вот сделаю себе такой очень легкий макияж, знаете, такой тон просто вот. Как вам? Мне кажется, я не переборщила, очень так аккуратно. Я ее немножко потаскала по городу. И просто люди делятся на два типа. Кто-то удивляется и поражается, что это за вещи, спрашивают. А половина ржут просто. Ребят, всем привет! Что я хочу сказать? Если вы очень сильно хотите привлечь к себе внимание, возьмите с собой кольцевую лампу. Потому что никого из людей она просто не оставит равнодушным. Я забрала ее после съемки. Нужна она была сегодня. И такой. Всем привет, друзья! Как я и обещала, сегодня я вам покажу, как я делаю укладку своих волос. Точнее, делаю классные кудряшки всего лишь за 15 минут. Нам понадобится вот такая плойка, чистые волосы и, конечно же, время и настроение. Плойка у меня от Xustor. Покажу вам со всех сторон, как она выглядит. Мне нравится то, что она не сильно тяжелая, потому что большинство плоек, когда я пробовала на съемках, у меня отваливалась рука, и это занимало много времени. Здесь все быстро, удобно. Тут выставляем температуру, которая нам нужна. Вам выставлю видео, что мы сегодня делали вместе с Катей. Маникюрчик сделала, я скоро сходила. И теперь приехала в академию на занятия. Но у меня еще есть 1.5 часа, поэтому пойду перекушу, немножко отдохну. Тренировка сегодня была. Сейчас. Я направляюсь на день рождения, так что да, подарок уже готов, все готово, настроение такое себе, потому что целый день болела голова, но я надеюсь, что мы это как-то исправим. Вот. Прическу, отмечайте меня. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте реакции, сохраняйте себе ссылочку этих плоечек. Будем экспериментировать вместе, если тоже делать. Всем доброго вечера. Я в сторис, кукусики. В общем, добрый день. Поздоровалась. Класс. Вообще, было бы очень классно. Но мы не теряем надежды, пьем мятный чаечек. Как говорится, старость подкралась незаметно. Поэтому всем спокойствия и душевного равновесия. Знаете, иногда бывают такие моменты, когда твоя нервная система просто не справляется с количеством информации, событий, каких-то вечно негативных, нагнетающих новостей нескончаемых. И хочется просто уехать на необитаемый остров и собирать кокос. А вообще, было бы очень классно. Ось ці люди прекрасні, які сьогодні тут зібралися під цим прекрасним Васильківським небом. Ну, Васильківський район. Вже Фастівський. Так, так шукаємо мене. Маша, де я? Бачиш, мені ніколи. Маша, давайте Машу привітаємо. Отож, Маш, почнемо. I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50.